дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цей чоловік почав мандрувати з 10 років. На його шляху безліч експедицій, цікавих подорожей і наукових робіт. А сьогодні він у нашій студії. Зустрічайте, Сергій Гордієнко. Доцент Київського університету туризму, економіки та права, член географічного товариства України, почесний член географічного товариства США. Дуже багато чого є того, чим ви займаєтесь, пане Сергію, і я надзвичайно рада побачити вас і відірвати трошки від експедиції, яка зараз продовжується. І трошечки хотілося б почути про неї. Що ж це за експедиція і чому вам довелося від неї трошки відійти? Добрий день. Ну, собственно, я не отошел от нее. Она продолжается. Иногда бывает так, что перерыв происходит именно по каким-то событиям, которых ты, собственно, не чекаешь. Да, не ожидаешь. Скажем так, Средиземноморский континуум, так называется эта экспедиция. Она началась в прошлом году, в апреле месяце. Вот я стартовал на каяке из города Киев. Вот, и дошел до Херсона, вот, и, собственно, там произошла эта ситуация. У меня как бы камень перекрыл желчную протоку, и пришлось оперироваться. Ну, такая вот. Прикра, и, насправді, да, никто не очікував цього. Вы знаете, с одной стороны, конечно, ожидаешь, но, может быть, ты даже не прав в том, что запустил эту тему, но, как правило, всегда, когда ты в дороге, иногда некогда этим заниматься. И хочется где-то вот что-то сделать как можно раньше. Почему? Потому что идет следующая идея, за ней другая и так далее. Вот. Хотя я считаю, что в отношении самого себя и темы это, конечно, нарушение. Да. И в общем-то, ввиду того, что это произошло, сместились сроки. А поскольку у меня, как бы получается, экспедиция, хоть она и комплексная, но большая часть это все-таки море, вот, где, значит, профилируют Черное море и Средиземка, вот, то ко времени уже, скажем, с момента, когда я стартовал во второй раз, это уже была осень, начинали шторма, и уже идти в том регионе я не представляла возможности. Я собі взагалі не уявляю, як ви так от після операції і одразу сісти, знову вийти в відкрите море. Ну, а як ви взагалі себе почуваєте? Як зараз здоров'я? Ну, скажем, более-менее, не хочется говорить ни хорошо, ни плохо. Почему? Потому что здоровье – это вообще такая обезьяна. Она очень часто корчит рожи, бывает, происходит. Ну, вам треба справді дуже слідкувати, берегти себе. Бо всі ми перехвилювалися, почули про те, що з вами сталося, і насправді ну, переживали. Бо людина в відкритому морі. Хто вам там допоможе? Це ж, якщо щось станеться, то як тоді… маякувати. Кому казати про допомогу? Конечно. Ситуация произошла, собственно, хорошо в стране. Вот, хотя у меня, конечно, и были определенные документы, которые позволили бы ее сделать. Но действительно, если бы я попал, скажем, в ситуацию какого-то замкнутого пространства, скажем, какой-нибудь фьорд или какая-нибудь бухта, из которой невозможно было выйти из-за шторма, это могло, конечно, кончиться печально. Но, наверное, не стоит в большей степени обращать внимание на такие ситуации. Почему? Потому что они повсеместны. С нами всегда что-то происходит. И если мы будем в большей степени перестраховываться, то, наверное, результат будет отрицательный. Ну, ви сейчас знаете свою мету, вы йдете до неї, и, звісно ж, хочется зробити ту основну роботу, на яку ви вже готові. А все решта, ну, и в тому числі и стан здоров'я, и все решта, на нього, можливо, вже менше звертається уваги, так? А все вперед, хочется чогось досягти. А насправді стільки мандрів, усе своє життя ви в мандрах. Яку мету переслідуєте? Чи вона змінюється, та мета, з часом? Ну, скажем, наверное, основа всегда остается основой изначально. Для меня главная тема – это всегда была информация. Чистая информация, она, естественно, поступает только в открытом пространстве. Когда незапланированный вариант, когда он совершенно случайный, а случай определяет абсолютные варианты открытия. То есть почти все открытия, которые имеют цивилизация, это дело случая. Ну, хотя бы взять яблоко Ньютона, которое упало ему на голову. И, наверное, за период, скажем, моей практики получалось так, что тема не изменялась, но добавлялись какие-то вариации.
ну, скажем, альтернативное питание, миграционный порядок, это, кстати, очень важный, скажем, вариант, поскольку люди, попадая в ситуацию, сейчас пользуются транспортом, а, естественно, пересекают пространство очень быстро, организм не успевает адаптироваться, и уже в тех регионах, куда их привозят, начинаются эпидемии и так далее. Вот. И если все-таки не исключать варианты, скажем, классических вариантов перемещения человека в пространстве, это пешком, используя гужевой транспорт и так далее, но вот то, что естественно позволяет человеку быстро приспособиться к среде, собственно, сохранить здоровье и жизнь, скажем так, это очень важно. Вот. Это тоже вот, как бы этих тем, их очень много, понимаете, они появляются в зависимости от того, когда приходит сам вопрос. Вот был у меня такой случай, когда я читал одну из своих лекций, это было в России, одна из моих экспедиций. Я читал морским офицерам, это был третий курс, и один из офицеров задал мне вопрос. Вот он сказал, что я бы хотел бы узнать как можно больше о выживаемости в море, поскольку я все-таки его боюсь. И вот там начался смех такой и так далее. Он повернулся, значит, к своим однокурсникам, сказал, вы что, его не боитесь? И вот тогда у меня именно, я всю жизнь, собственно, шел к этой теме, гидросреда, это очень серьезно. Ну, вот, поскольку все было связано именно с водой, это у меня и сплав по горным рекам, это, собственно, и ледовые переходы, и моря, вот, где очень много аспектов, там, собственно, и переохлаждение, и питание, и психика, а это, наверное, один из важных факторов, люди очень часто попадают в ситуацию, и выйти из нее могут только тогда, когда у них есть фактор подготовленности, хоть какой-то. Я собі не уявляю, ви в відкритому морі, ви ж можете там знаходитись декілька діб. Так? У меня в моей практике, значит, поскольку у меня каяк – это не полноценное судно, а это лодка, которая позволяет передвигаться быстро, но в ней нельзя, собственно, ночевать. Приходится использовать каботажное плавание вдоль побережья и выходить на сушу. Но иногда, когда попадаешь в ситуацию, скажем, вот начало шторма, а регион представляет собой литоконтур, да, это вот в основном скалистая местность, где высадиться невозможно. Угу. Подходить к этому региону тоже очень опасно. Почему? Потому что, в принципе, ну, разбитый, да, может, конечно, у вас так. Просто можно погибнуть. Поэтому приходится уходить в море. И у меня в практике до 4 суток, скажем, нахождения. 4 доби? Да, я отработал. Вот так, каяк, а там же вода, оце все заливается, якщо шторм. Ну, як ви, скажем, тоді в воді каяк – это удивительная тема. Дело в том, что эта лодка, она издревле, наверное, считается одной из самых защищенных, поскольку она, во-первых, она небольшая, во-вторых, она имеет вторичную палубу, как у больших судов, хотя она маленькая. Вот, человек полностью закрыт, и те отсеки, которые закупорены, вода туда не попадает, поэтому она как поплавок, можно сказать, находится на поверхности. А, то есть вы себе закрылись, а забыли такую капсулку? Нет, закрыться я не смогу, капсулу тоже не сделать. Не сможет. Хотя Эндрю Макколи делал подобные вещи, он на обычном каяке прошел почти более 1000 километров. Вот. Ну, в данном случае у меня уже отработана своя техника. Это, скажем, поскольку в свое время я занимался серьезным дайвингом, вот, то при мне всегда есть часть снаряжения подводного пловца. Это гидрокостюм, скажем, мокрого типа, либо сухого. Все зависит от того, в какой акватории ты находишься, какое время года. Вот. Ну, в частности, вот как я, собственно, находился в каяке, я, скорее всего, находился за его бортом. То есть я зачехлял глухарем кокпит, это вот то место, где сидит гребец, и как на, скажем, скейтовой доске, ну, естественно, пристегнувшись, я болтался фактически. Я просто не уявляю, вы наполовину рыба в той час. Ну, скажем, нет. Мабуть, так. Ну, я еще и отработал варианты возможности питания и принятия воды. Як ви там їли? Що ж ви з собою брали? Вы знаете, я очень давно занимался этой темой, и я пытался найти панацею, хотя, конечно, панацею найти невозможно. Вот, но идея сама пришла по себе. Однажды, когда в одном из моих экспедиций размокла почти вся гречка, вот, я ее, конечно, не выбросил, а вот как мог, ее поедал. Вот, и, собственно, эта идея, она уже и стала основой именно вот при таких ситуациях. Когда ты находишься в море, маленькое пространство небольшой лодки, ну вот, где невозможно приготовить пищу, а как раз
гречки – это удивительное зерно, где я просто беру пакет, прокалываю его, туда проникает морская вода, через несколько часов он набухает, вот, и потом это можно применять в пищу. Таким образом, да. Я когда рассказывал это туркам, они, в принципе, эту культуру практически даже не взращивают. Вот. Ну, им эта тема понравилась. Сподобалась. Конечно. Она, кстати, я хочу сказать, и для военных она очень ценна, потому что это действительно вариант выйти из ситуации. Это лучший вариант, чем, допустим, питаться альтернативно насекомыми. А пили ви? Це ж треба ще питну воду мати з собою. Нет, ну у меня запасы воды были специально, они были в резервуарах, где проходили через шланг, и я, собственно, мог просто трошки принимать. Відкрутити, ну, да, і конечно, пити, да, потихеньку. Ну, все было продумано заранее, я, конечно, не попадал в эти ситуации вот чисто бездумно. Почему? Потому что было понятно, что рано или поздно я попаду в эту ситуацию. Поэтому надо, чтобы была какая-то готовность. Тобто їжа, отака от гречка з собою, там на декілька діб, але ж ви їхали, ну, відправлялись у цю подорож надовго. Тобто вам одного пакетика замало було? Ні, звісно. Продукти набираються, скажімо, на определенне кількість часу і з учетом можливості их хранение в лодке. Почему? Потому что ее ведь тоже ни размеры, ни грузоподъемность не бесконечны. Вот, где нужно рассчитывать. Но зная, что ситуация может вот произойти именно вот такая, просто у меня есть отдельное место, где у меня лежит, скажем, НЗ специально для того, чтобы выйти из ситуации, скажем так. А гроші, документи, це все вам необхідно там? Чи це не знадобилось? От з документами у мене завжди був повний порядок. Чому? Тому що я понимал, что наш чиновничий мир, он всегда требует каких-то отчетов, каких-то оправданий, определений и так далее. То у меня, скажем, и от министерств различных, и от университета, и от географического общества, их достаточно много, в принципе, как бы в этом нет ни проблем. Ну, вот и когда вы перетинали кордон, гроши, ой, давайте про гроши. Всегда проблема, но я думаю, что не только у меня, я помню даже, как Федор Конюхов в свое время говорил, задавали вопрос, как вы выходите, ведь он тоже зачастую, уже сейчас ему, конечно, гораздо проще, но когда-то он ходил, скажем, буквально на подножном корме. Вот, собственно, что происходит и происходило у меня. Иногда мне везет, когда я попадаю на человека понимающего. Вот, это либо меценат, либо спонсор. Но спонсор – это не, скажем, пожертвование. Спонсор – это когда есть обоюдная выгода. Вот. А меценат – это когда человек осознает свое место в цивилизации. А меценаты вообще являются главными и основными людьми, которые эту цивилизацию, собственно, создают. Благодаря им все известно, благодаря им каким-то образом это все, скажем, оплачивается, каким-то образом это все двигается. Тобто ви можете, ну, я так зрозуміла, що в деякий час, можливо, там ви вийшли на берег, так, і можете до когось в гості потрапити, так? Бували такі випадки, коли люди вас дуже щедро зустрічали, чи ні? Дело в том, что перед каждой экспедицией у меня идет зондирование всех регионов, и, в частности, за границей очень удобно встречаться с нашей диаспорой, скажем так. Они зачастую помогают, вот, хотя бы в плане того, чтобы решить какие-то проблемы с продвижением, потому что есть регионы закрытые. Вот я как раз хотела запитати, как же вы перетинаете кордон? Ну, в частности, в 17 году, когда я шел вдоль побережья Черного моря, это получается Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, проблема встала именно с турецкой стороной, потому что у них существует закон, запрещающий двигаться по морю на гребных судах, только под двигателями, скажем так. Ну и об этом не знали даже пограничники Болгарии, скажем. Они говорили, что есть какие-то эксцессы, там кого-то возвращали, кого-то депортировали. Вот. Но поскольку тема моя уже работала, я не мог повернуть назад. Я просто, скажем, выбрал вариант и стал двигаться ночью. Ну, вот, и мне удалось проскочить очень многие аванпосты, дойти до Стамбула, там уже выйти на наш консулат. Вот, где, собственно, консульство приняло решение и помогло кое с какими бумагами. Вам допомогли, так? Да, но меня уже ждали, они знали, даже знали, что я продвигаюсь нелегально. Вот, у нас связь была с ними постоянно. Ну, как зв'язок вы тримаете? Телефона ж может не вистачити, как треба зарядить его десь? Самое интересное, что телефон работает в море, только там
зарплата просто ужасающая. Намного больше по роумингу, чем все остальные. Там уже, когда ты в 2-3 километрах от береговой зоны, там включается уже совсем другая оплата. Вот. Но она спутниковая, она работает на телефонах. Вот. У меня есть радиостанция, но я работаю на коротком расстоянии, скажем, это только если надо войти в связь с пролетающим самолетом или идущим судном. Угу. Вот. Конечно, она не сможет работать серьезно и далеко. Вот. Ну, скажем, конечно, возможно иметь и более серьезную аппаратуру, но для этого нужны средства. Вот. Ну, скажем, вообще, как бы, каждая экспедиция, она продумывается от мелочей и... Ну, як ви вважаєте, от та остання ваша подорож, вона все ж все одно, вона продумана, вона буде вот далі. Вот эта, которая, она не закончена. Это... Ще будете, от трошки розкажіть про неї наостанок, куди ви ще плануєте далі їхати, ну, просуватися, скажімо так, і до якого періоду, чи будете ви взимку це робити, чи, може, почекаєте до весни? Ні, я би не переривався, бо діло в тому, що я ніколи не перериваюся. У мене принцип такий, що я иду во все времена года. Но дело в том, что из-за того, что поменялись сроки, я пошел по Дунаю. Вот, и, к сожалению, там было несколько вариантов. Первый – это Дунай мог замерзнуть, хотя в этом году все-таки зима теплая. Второе – это поменяли чиновников в МИДе, и уже некому было работать с нашими консульствами за границей. Я созвонился с Сербией, и мне сказали там, что могут быть какие-нибудь неприятные эксцессы, поэтому... Стоит повернуть и решить эту проблему уже с новыми чиновниками, скажем так. Поэтому я вернулся, я прошел по Дунаю 800 километров, вернулся, значит, в Вилково. Вот там у меня сейчас все снаряжение, лодка и так далее. И уже в этом году продолжение будет такое, как оно было запланировано изначально. И когда вы планируете? Когда вы уже идете? В апреле месяце. Так, дочекаетесь, все же весны. Я числа пока еще не ставлю, но это апрель. Ну вот это для того, чтобы стартовать либо в последних числах апреля, либо в начале мая. Тогда получится так, что я буду двигаться сначала по Румынии. Угу. Вот, затем это будет Болгария. Затем я перехожу на пеший вариант. Я лодку ставлю на колеса, специальная тележка, приготовленные велосипедные колеса. Вот, и буду двигаться до Салоников, это Греция. Потом я уже пойду, получается, вдоль греческой стороны, Албания, вот, Черногория, Сербия, и дойду до Италии. Якісь терміни враховуєте ви, коли повертаєтесь назад? Значит, я планирую дойти до Барселоны, это точка А, конечная точка А. Значит, дойду до Барселоны, я планирую где-то в декабре, в январе месяце. Вот. И дальше уже каяк будет заброшен в Загреб. Я пешком дойду до Загреба, а затем по реке Саве я войду в Дунай, и по Дунаю я вернусь. Ну, будемо вас чекати. В Україну, да. Пане Сергію, я дуже вам бажаю здоров'я міцного, щоб все було добре. Тримайтеся міцно. Я знаю, скільки у вас сили, скільки сили волі. Це перше, що вас відрізняє від усіх інших. Ви внутрішньо дуже сильна, вольова людина. Я так сподіваюся, що ви все продумаєте, і щоб не було ніяких ексесів, правда. Хочеться, щоб вся експедиція була вдалою, успішною. А коли приїдете, будь ласка, чекаємо вас у нас в гостях. Спасибо, не прощаюсь. Так, добре. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.